Здравствуйте. Одной забитой шайбой выиграть сложно. Накануне в Ярославле во дворце спорта «Торпедо» «Локомотив» ВХЛ провел свой первый домашний матч в новом сезоне. Соперником ярославцев стала команда ХК ВМФ, которая в прошлом сезоне боролась с железнодорожниками в первом раунде плей-офф высшей хоккейной лиги. Сюжет Захара Акопова. Еще один старт хоккейного сезона в Ярославле. На этот раз первый матч проводят железнодорожники, выступающие в команде высшей хоккейной лиги. Соперники принципиальные – моряки из ХК ВМФ. С этой командой дружина Петра Воробьева в прошлом году билась за Кубок Братины. В этом сезоне поединок получился не менее упорным. Стартовала игра с обоюдных атак, но первыми отличились петербуржцы. На 18-й минуте шайбу забросил Григорий Серкин. До перерыва хозяева имели несколько опасных моментов, но забить не смогли. Второй период начался с атак ярославцев, и на 5-й минуте Кирилл Капустин прервал голевую засуху «Локомотива», которая длилась 5 периодов. Но не прошло и минуты, как капитан питерцев Илья Гребенников вновь вывел свою команду вперед. Игра обоюдно острая, с обилием голевых моментов. Команды молодые, с огромным желанием играют все. Посмотрим, что дальше. Начало третьего периода ознаменовалось третьей шайбой ворота Егора Оселеца. После этого питерцы стали действовать спокойно и уверенно. У ярославцев было несколько возможностей забить, но подвела плохая реализация большинства. Снятие вратаря на последних минутах также не помогло. Скорее, гости могли увеличить счет. В итоге матч так и закончился со счетом 1-3. Волнение было небольшое, может, даже где-то нам помешало реализация момента. Ну, в принципе, играли хорошо, подвело несколько грубейших ошибок с нашей стороны. Моментов у нас предостаточно, чтобы выиграть. И подтянуть большинство. 4 игры играем в большинстве, ни одного гола. Большинство тоже предостаточно. Поэтому нужно подтянуть большинство и... После этого поражения «Локомотив» с 6 очками занимает 12 место в турнирной таблице ВХЛ. Следующая игра команды пройдет дома против «Титана» из города Клин. Захар Акопов, Сергей Ватин. День в событиях. Пришло время познакомиться.